Ух ты, и снова я, Александр Криволап, печенеги. Ребята, всем привет. Сегодня 18 июня 2021 года. Сегодня видео отчет о моем, о наших персиках, которые были посажены в 2018 году. Итак, напоминаю вам, что в 2018 году мне дали 3 косточки из персика, которые растут у друзей. Какой сорт, ребятка, я не знаю, но он не вымерзает. Осенью 2018 года я вскопал на участке и посадил косточки из персика на глубину 10 сантиметров, залил водой, замульчировал. Весной 2019 года все мои 3 косточки персика дали всходы. Целое лето мы мульчировали, мы рыхлили землю возле персиков. Зиму с 2019 на 2020 год наши персики зимовали на участке. Мы их не укрывали, только обвязывали от зайца. Весной 2020 года персики пересадили на постоянное место. Вот сюда, ребята. И вот сегодня 18 июня 2021 года. Как видите, наши персики растут. Подаем ближе к персику. Вот, ребятки, я весной этого 2021 года все веточки поубирал. И так более-менее сформировал деревцо персика. Персик дал хорошие побеги. Смотри. Где-то 40-45 сантиметров. Курчавости, ребятка, на персику нет. Обрабатывал я персик препаратом Хорус. Хорус — это фунгицид системного действия для защиты растений. Инструкцию по применению найдете в интернете. Видите, курчавости на персику нету. Этот персик, самый первый, вырос до метра в высоту. Идем ко второму персику, ребятка, пошли, пойдемте. Вот, ребятка, второй персик. Этот персик я формировал в виде чаши. Тоже, видите, курчавости нет, ребята. Обрабатывал и этот персиком я препаратом Хорус. Этот персик дал побеги, молодые побеги, где-то 50 сантиметров. Ну, будем ждать. 2022 год. Я надеюсь, что на этом персике будет первый урожай. Видите? Курчавости на этом персике нету. Обрабатывал я препаратом Хорус один раз. Ну что, ребятка, пойдемте еще к третьему нашему персику. Этот персик вырос где-то сантиметров на 90. Идемте, ребята, к третьему персику. Здесь посажен возле персика горох.
Горох, горох. Любим мы горох, горох. За горохом, ребята, посажен грецкий орех сорта Кочерженко, который я вырастил из орешков. Там 16 или 18 растений грецкого ореха сорта Кочерженко. Это будет отдельное видео. Я сниму через время. Там тоже хорошие побеги дал грецкий орех сорта Кочерженко. Так, ребятка, идем мы к нашему персику. И этот персик был вырастен из косточки. Я формировал этот персик в виде чаши. Видите? Нету курчавости листьев. Курчавости листьев нет. Этот персик дал побеги где-то 50-60 сантиметров. Самое главное, чтобы персик перезимовал зиму с 2021 на 2022 год. Это самое главное, ребятка. Укрывать я не буду и в этом году. Только замотаю от зайца, чтобы заяц не погрыз ствол персика. Красавец персик. Отойдем чуть-чуть. Вот так, ребят. Красавец, да? Ну, я надеюсь, что в 2022 году этот персик даст первый урожай. Кто желает узнать, видео мы снимем в 2022 году с первым урожаем. Я же говорю, главное, чтобы этот персик перезимовал зиму с 2021 на 2022 год. Это самое главное, ребята, в нашем деле. Этот персик будем еще формировать в виде чаши. Эта чаша будет... Идем к персику. Это тоже в виде чаши будем формировать. И этот самый первый персик, вот этот вот, будем формировать в виде дерева. Ну все, ребятка. Вот я сделал отчет о том, о персиках своих, которые были посажены в 2018 году, которые были выращены из косточек. Так что, ребята, сажайте косточки и хорошего вам урожая персика. Хороших вам урожаев с персика. Ну и все, ребятка, всем пока-пока, до скорого. С вами был Александр Криволап, печенеги. Пока-пока, ребят. Персики, персики, персик, персик. Курчавости, ребята, нету. О. Курчавости нету, ребят. Показываю. Чистый листок. Чистый лист. На персике чистый лист. Идем ко второму. То же самое. Чистый лист, ребята. Обрабатывал препаратом Хорус. Инструкции по применению найдете в интернете. Препарата Хорус. И к третьему. Смотрите, ребята, курчавости нету. Чистый зеленый лист. Персики просто красавцы.
Будем ждать, ребятка, урожая в 2022 году. Пока-пока, ребятка. Сегодня 18 июня 2021 года. Вот и сделал я отчет о проделанной работе по выращиванию своего персика из косточек. Пока-пока.